Я нахожусь на северной стороне, возле памятника 2-й гвардейской армии. Сегодня ученики 5-й гимназии вступают в ряды юноармейцев. Торжественное посвящение. Государственный флаг Российской Федерации, знамя Севастополя и боевое знамя Победы. Смирно! Ровнее налево! Шагом марш! Если не мы, команда дружных, смелых, сильных. Кто, если не мы? Великая Россия! В 2016 году президентом Российской Федерации поддержана инициатива министра обороны, героя России, генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу по созданию Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», которое призвано вовлечь юное поколение страны в одно общее, полезное каждому из вас и всей нашей необъятной Родины большое дело. И сегодня у памятника 2-й гвардейской армии собрались ребята, которые очень хотят вместе участвовать в этом большом и важном деле. Торжественная церемония, посвященная приему в ряды детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юная армия» объявляется открытой. Для принятия торжественной клятвы юноармейца смирно! Я, вступая в ряды юноармии российского движения школьников, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому братству. Клянусь! Соблюдать устав юноармии, быть честным юноармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянусь! Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Клянусь! Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Клянусь! Клянусь! Пожалуйста! Вы тоже ж, ребят? Мы да, вы уже, да? Да. Молодцы! Здравствуйте! Мало.
молодцы. Видим? Это уже юноармейцы. Это вы типа преемников своих, да? Понимаете? И гордо шелестят знамена. Комбаты рядовой, единой судьбой. Мы связаны навек, друг мой. Служить России суждено тебе и мне. Служить России в удивительной стране, где солнце новое встает. Женя, юнарми, Ширяев Николай Иванович. Ребята, сегодняшний день вступления в ряды юной армии, это близкий день к Дню Победы. Вы знаете, что 9 мая 44 года Севастополь был освобожден от фашистских захватчиков, и именно северная сторона была освобождена 2-й гвардейской армией, и дальше переправлена войска и освобождали город-герой, дальше южную часть, основную часть. 15 числа вот этот обелиск был уже заложен, первые камни, а 27-го был открыт. 27 мая 44 года, в 12 дней был построен этот обелиск. Здесь похоронено 4 героя Советских Союзов. Запомните это. Родина — это не только семья. Наши предки, мой отец воевал за Родину, а война называется отечественная. Вы понимаете, что такое отечество? Это духовная составляющая. Это наша культура, язык. Семёшин Александр Иванович. Дорогие друзья, за свою службу я 45 раз приводил к присяге своих подчиненных. А сегодня я присутствую на присяге юнармейцев. Для меня это высокая честь и волнующее событие. И волнующее событие, оно вдвойне. Потому что я присутствую на присяге возле памятника 2-й гвардейской армии, в составе которой воевал 13-й гвардейский стрелковый полк. А свою офицерскую жизнь я начинал в 13-м гвардейском орденов Богдана Хмельницкого и Кутузова учебном Севастопольском мотострелковом полку. Заместитель командира зенитного ракетного полка по военно-политической работе Рудык Андрей Андреевич. Я без микрофона. Дорогие наши юные севастопольцы, я хочу вас в этот знаменательный день поздравить с тем, что вы вступили в эти ряды. В свое время в Советском Союзе была такая организация «Пионеры». Вот я, когда принимали меня в «Пионеры», было памятника Ленину, я этот день помню до сих пор. 19 мая, воскресенье, как раз будет день «Пионеры». Вы, юнармейцы, это вот те «Пионеры». Я хочу, чтобы этот день для меня, так и для вас запомнился. На этом месте, в этом городе нашем, герои Севастополя, навсегда, чтобы вы уже когда выросли, стали защитниками Родины, надежным тылом, девчонки, вспомнили этот день. Еще раз вас поздравляю, желаю всего самого лучшего, учебы, здоровья, всего. Спасибо. Закрытой. Победы! Смирно! Равняй налево! Шагом! Марш!
Пусть ваша жизнь будет увлекательным путешествием по страницам истории, искусства, науки. Пусть сердце каждого из вас всегда остается гавань добра, светлой надежды и любви к Родине. Гавань, к которой вы вновь и вновь будете возвращаться. Это большая и дружная семья Юнармия. Удачи вам, ребята! К памятнику славы, где похоронены 4 героя Советского Союза, возложить цветы. Пожалуйста, проходим.